Всем привет! Сегодня хочу показать, как я делал лампу для ПДР. Лампа должна быть легкой. Решил сделать из картона. Нарисовал детали для корпуса. Вот, вырезал их. Затем в местах сгиба чуть-чуть надрезал, чтобы ровно сгибалось. Согнул. И затем приступил к склеиванию корпуса. Для жесткости решил углы проклеить стеклотканью. Итак, стекловолокно просохло, жесткость уже есть, и при помощи вот этих уголков делаю держатель стекла будущего фильтра. Навел красоту на корпус и теперь приступил к пайке ледов. У меня получилось 8 рядов. Итак, лампа готова, и при моем беглом тестировании были такие недочеты. Все равно плохо видны ямки. Видны, но не так, как хотелось бы. Поэтому у меня есть вопрос. Что посоветуете? Ну а с вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!